испугался, что уеду на Шлиссельбург, Кировск. Давно вот так не заезжал. Развязку, блин, сделали. Повороты, кстати, заходят очень легко, очень хорошо. На пятой нормально, на приличной скорости, через ямки. Очень даже нормально едет. Тут все раздолбано. Чего ж так бояться-то ехать-то? Ну, видимо, тоже первый раз здесь. По-другому не могу объяснить. Дорога убита, все, дорога закончилась, шоссе. Ну, на эндурике пофиг, на нем легко так ехать. Товарищ уже впереди, хорошо меня обогнал. Осталось нам всего 9 километров вот по такой замечательной дороге до пункта назначения. Ветер на нем, да, чувствуется, могу сказать. Но если, конечно, на каком-то тяжелом турэндурике или крузере ехать, нет такого, как здесь. А здесь ветер прям хорошо очень ощущается. Боковой. И когда машину обгоняют, ну, на большой скорости прям это, ну, чувствуется. Тут надо понимать, что масса мотоцикла небольшая. Это надо учитывать. Аккуратненько ехать на большой скорости. Сегодня, ух,
пронизывающие. Хорошо, что тепло оделся. Я перчатки все-таки взял. В рюкзаке нашел. Трассе. Я говорю, 90 это все, это та грань, выше которой на нем уже сильно ехать поливать не хочется, даже по пустой трассе. Потому что, конечно, ему, блин, с таким объемом, но вот я говорю, 80-90 отлично, выше 90 уже и обороты, и звук, и можно разгонять, но чтобы комфортно, в удовольствие, в кайф ехать, это до 90 км в час, прям отлично. А, красота! Смотрите, как красиво сегодня! Чудо! Очень красивое небо, очень хорошая погода. Хоть и ветреным. Очень хорошо приезжает вот трамвайные пути, рельсы, вот это все. То есть даже сильно скорость не надо снижать. Просто отрабатывает, вообще отлично. Нормально. Быстрее на нем не хочется, реально. Уже под 7000 оборотов. Хотя он едет. Сотку можно идти спокойно.
напоминаю, микрофон у меня пристегнут к куртке внизу шлема. Записывает очень даже хорошо. Пахнет шашлыком. Захотелось остановиться, пожрать. Но мы едем дальше. Yes.